После того, как я поставил звездочку, культиватор работал в варианте только на колесах, на грунтозацепах и с плугом. Сейчас я его попробовал в варианте работы с фрезами. Ну что, из старых и новых наблюдений. Запас между цепью и фрезами, ну, небольшой, честно говоря. Грязь, фрез попадает на цепь, это нехорошо. Я именно поэтому тоже, как одна из причин, почему я не ставил эти фрезы, не фрезы, эти цепи сюда. Понимал, что цепь здесь будет уязвима, и здесь цепь будет постепенно выходить из строя. А так все остальное без вопросов. Вот пройден кусочек предыдущей пахоты, благополучно распахан электрокультиватором с частотником. И плюс еще цепной привод с мотора на фрезы, на редуктор. Будем еще что-то собирать, будем еще что-то придумывать, но в этом варианте все работоспособно и проблем нет. Как-то так, малята.